В Сочи Патриот-центр вошли сразу несколько крупных государственных и общественных организаций, которые занимаются патриотическим воспитанием молодежи. Это советы и клубы ветеранов, в том числе полиции, госбезопасности, управления образования, молодежной политики, культуры, военно-спортивные клубы. Цель – объединить усилия в организации работы по военно-патриотическому, правовому и нравственному воспитанию, а также до призывной подготовки сочинской молодежи. Мы ставим своей целью объединить усилия вот этих организаций, это во-первых. Во-вторых, координировать те мероприятия, которые проводятся вот в этих всех организациях и которые популярны в молодежной среде. Члены Сочи Патриот-центра будут работать с детьми и молодежью, начиная от детского сада и заканчивая вузами. Новый проект запустили в июне, и Патриот-центр уже провел или принял участие в более чем 30 городских мероприятиях.